Всем привет, с вами я Влад, и вы на моем канале. Надеюсь, меня хорошо слышно. Не знаю, я просто в наушниках. И сегодня будет такой ролик, коротко о Монгасе, но еще плюс лицо. Да. Еще плюс лицо, не знаю, получится ли. Давайте, что ж, запустим видео с лицом. Давайте. Так. Я не могу. Вот тупая. Всем привет, теперь вы узнали мое лицо. Вот такое я. Да. Я не могу это представить. Погнали. Выбираем. Вот эту карту. Один, если что. Один маньяк. Она. Так. Неудобно будет, конечно, с камерой. Это очень плохо, но ладно. Гардеробная. Так, уменьшить можно. Как уменьшить? Надеюсь, так нормально будет. Давайте выберем синий цвет. Вот это. Вот это. Штанишки обязательно надо выбрать. Штанишки у нас будут... вот такие. Ну ладно, вот такой я себе скин сделаю. Ну, ё-моё, неудобно. Ну, фонарь. Ждем игроков, что тут пишут. Глючит график. Треска камеры не будет, так что тут пишут. О, можно писать. Это отлично. Добавили наконец-то, что можно писать. Лагает. Что ж. Давайте ждать. Я как сказать, включу запись, когда уже будем начинать игру, или перейду к другой этой карте. Продолжаем, ребята, играть. Да, ничего не изменяется. Лично ждем, пока загрузится. Сейчас ждем. Продолжаем. Не повезло, конечно, с членом экипажа. Погнали. Играем как стандарт. Так, запустить. Тут ничего нет. Погнали дальше. Ну, здесь вроде бы не сюда. Или здесь. Я не знаю, лично давайте на карту посмотрим. Блин, лагает. Так, оружие это получается. Столовая. Столовая это получается. Так, вот сюда пол. Ё-моё. Кто убил? Крахмал Ленин. Да ну, давай. Кто пошёл? Это, походу, желтый, потому что он неправильно написал. У меня айфончик на экране. Я за желтый. Ну... Кто ж? Прошли. Получается, красавчик, он вот этот. Ну,
Глюки. Переходим к майну. Ну вот мы пришли в майн. Будет тяжело играть с управлением. Ну, надеюсь, этим пальцем смогу сыграть. Неудобно будет, конечно. Ну, Among Us начал сильно глючить. Во-первых. Во-вторых, много багов. Это уже два минуса. Первый плюс – это то, что добавили, можно нормально писать. А раньше нельзя было, потому что там было надо... Там можно было выбирать текст, но... Короче, не знаю, что говорить, у меня нет просто слов из-за камеры. Теперь меня все узнают. Что будет после этого ролика, я не знаю. Ничего в чате не вижу. Надо будет задюблить. Ну или не задюблить, а просто взять настройки. И выключить чат. Вот так вот. Так. Что ж, я хотел поиграть. Думал, порассказываю вам. Блин, не надо, пожалуйста, люком стукать. Это меня очень сильно раздражает. Геносис вонючий. Ненавижу его. Ну, короче, сильно глючит телефон. Это видео не сильно будет длиться, 10 минут. Потому что, гляньте, как глючит все, ё-моё. Ребята, и глючит неимоверно. Ладно, ребят. Так. Этот... Тут много сильно людей и еще лагает. А из-за людей как раз и лагает. Ладно, сейчас, ребят, поем. Ё-моё. Хорошо, как лючит. Недолгое будет видео, но зато с лицом. Да. Надеюсь, вы... Я сам, считай, рад, то, что я показал лицо. Ну-ка, можно уменьшить дальше? Не, не буду. Это вообще видно не будет меня. Неудобно играть с таким пальцем, которым я никогда не играл. Невидимка. Против невидимки. Отлично. В конце ролика вообще покажу полностью свое лицо, чтобы вы думали, может это и монтаж. Да вообще я не монтажу ролики, но я хочу монтажировать. Не знаю. Скачал одно приложение, не знаю, получится ли у меня монтажировать видео. Не знаю, короче. Bye, Dream. Дрим, здорово. Я тебя знаю, ты лучший спидранер. Американский, конечно. Извиняется палец. Просто неудобно играть. Ну, мы, как сказать, пообщались. Видео не так сильно будет длиться. Ну, сейчас. Ну, а если вам понравился этот ролик, надеюсь, вы увидели мое лицо в этом ролике. И всем пока-пока. Люблю вас.